Полька напала в булочной на продавщицу-украинку и потребовала убираться из страны. В одной из булочных Варшавы разгорелся нешуточный конфликт между полькой и продавщицей-украинкой. Как пишут местные СМИ, причиной скандала стал хлеб, который пришелся не по вкусу покупательницы. Женщина купила булку по рекомендации украинки, а потом оказалась недовольна и выплеснула гнев на советчицу. На кадрах в сети видно, что между ними завязалась словесная перепалка. Продавец старалась держаться, но польку уже было не остановить. В результате покупательница обвинила оппонентку чуть ли не во всех бедах и потребовала убираться из страны. «Вон из моей страны. Езжай в свою страну, потому что вы создаете в нашей стране беспорядок», — заявила агрессивно настроенная женщина.